всем, кого писил грязный велосипед в начале, чистым он не будет. Мы в походе. Ну а теперь перейдем подробнее к бренду Штерн. Конкретно велосипеду Force 2.0. Какой он красавец. Вот мне на самом деле... Сейчас вот нужно вот так на карты спортивную, короче, бы нужно было бы одежду, так в полосочку, Nike там, все дела, да, вот и так сидеть пиво и сиги, вообще отлично бы вписывался в антураж, вот. Но на самом деле, что хочется сказать, это спортмастеровский бренд, как я услышал от хозяина, как он прикольно называет, никогда не слышал, шпротмастер. Вот все, это слово, которое вошло в мой обиход. Вот реально шпротмастер, потому что делает консервы. Очень часто дрянные. Но жрать все-таки можно и не все травятся. Но давайте по форме. Хотите гидроформинга, хотите батинга, забудьте. Единственное, что вот мне внешне приятен этот велосипед вот за счет вот этих квадратных труб, потому что они а, на самом деле прикольно смотрятся. У меня первый Мангуст, он похожий геометрии был, и мне он очень нравился. И вот с точки зрения внешней эстетики формы, не цвета, он прикольный, мне очень нравится. Кстати, здесь написано, что он техноформирован, то есть трубы технологическим способом им при предано такое сечение но не гидро, соответственно, это дешевле. Хуже или нет, не могу сказать, споры до сих пор ведутся, но технология термоформинга, она просто тупо сама по себе дешевле. Дальше, это 20-я ростовка в дюймах что, в принципе, позволило мне на этом велосипеде прокатиться. Но это не чистый стерн, здесь уже штерн. Стерн. Давайте пишите в комментариях, как правильно, штерн или стерн. Потому что это как бы продается в России, но вроде бы названо на немецком латинскими буквами. Это как Xiaomi. Ну, ладно, опустим. Вот, это такой кастом. Начнем с того, что здесь, наверное, задний тормоз стоит как половина стоимости велосипеда. Почему? Потому что здесь топовая механика Авид bb 7 Обратите внимание, сейчас крупную ручку давай. Обратите внимание на саму ручку. Вот фирменная Авидовская ручка. Мне очень понравилось, когда я ее нажал. То есть 20 мая 2016 года сделана эта ручка. Так, короче, в отличие от Тектра, в отличие от Шимана, данная ручка имеет более широкий диапазон настроек длину хода с помощью вот этого красного регулятора можно настроить. Длину возврата можно настроить с помощью вот этого винтика. Болтика, нет, винтика все же, винтика. Здесь, как мы регулируем трос, как обычно, плюс очень... Геометрия приятная ручки, и вот в целом ее так же, как и гидравлику, можно спокойно зажимать вот двумя пальцами, она останавливается. Потому что здесь короткий рычаг, как мы видим, да, вот он хватает на половину ручки, поэтому не получится такая ситуация, что у вас длинная ручка и вы все хоп пальцы прижали, и вам нужно остановиться, а вы не можете остановиться. Поэтому ну, даже в принципе одним пальцем остановить без проблем можно. Давайте посмотрим на грязненький тормоз, как он выглядит. Вот, так как это топовая механика, здесь не очень видно, я его сейчас брошу, будет виднее. Регулировки колодок осуществляются без ключей. То есть с той и с другой стороны ручная... Вот это же... Нет, это... Да, это ручная регулировка колодки. Вот, чтобы колодки плотно прилегали, вам не нужны ключи, вы можете пальчиками все отрегулировать. Хоп! Он, кстати, алюминиевый корпус. Хотя они, наверное, все алюминиевые. Но, в общем, это самое, считается, самое лучшее, топовое механика среди вообще тех, которые можно приобрести на данный момент на рынке. У нее работают, как у гидравлики, обе колодки. Диск, кстати, ротор тормозной, родной. Но он, видите, он грязненький, поэтому можно даже вот так сделать. И можете кидаться тапками в комментариях. Передний тормоз здесь... Да, вы пафосный, батенька. Слушай, у тебя тормоза, наверное, стоят как в этот велосипед. В не тормоза дороже, я понял, да. Короче, дерзкие шмановские тормоза, ну обычная гидравлика также с укороченной ручкой, но она вот чуть-чуть длиннее. Хотя ход меньше, поэтому в целом они абсолютно равнозначны То есть удобно двумя пальцами зажимать Я сейчас понимаю какое-то преимущество перед длинной ручкой Но нужно понимать, что рычаг другой И, соответственно, если у вас плохой расширительный бачок Или плохие поршни Вы уже не сможете с длинной ручкой затормозить одной рукой Здесь все пропорционально Кстати, а ротор какой? Шимановский? Ну, шимановский родной, то есть у тебя все в комплектации тормозов родная, отлично а, вилочка с блокировкой работает она так себе я пробовал, она ну вот, сейчас попробую показать я обычно на нормальных вилках да, на новых, хороших, свежих когда зажимаешь тормоз передний и толкаешь вперед он как бы должен проседать, но вот как мы видим, здесь уже немножечко ушатанная вилка, даже вот она приподнимается, но она не хочет проседать, она вот люфтит. Ну, как бы это дешевый сантур, сантур же, да, дешевый сантур и как бы это нормальное состояние для нее, но она с блокировкой хотя бы, что в принципе позволяет в случае поломки превратить ее в ригидную, что не самый плохой вариант. Очень порадовал вынос, он вначале мне показался непривычным, но вообще ростовка маленькая, тяжело было ехать. Но в целом, как бы, получается, что вынос комфортный. И вот с таким выносом можно избежать такой фигни, как я сделал на своем велосипеде, про двухуровневый руль, чтобы комфортно было сидеть. Но, с другой стороны, вешать сюда можно сильно меньше, чем на мой велосипед. Поэтому так, баш на баш получается. В общем, ничего плохого не могу сказать. Трансмиссия. Это, это красота. Сейчас я приподниму. Оп. Задняя трансмиссия у нас Dior. Обратите внимание, вот эта вот какашечка, которая выглядит сейчас, это Dior. Какашечка не потому, что она плохая, а потому, что как бы она в грязи. Вот, Диорская трансмиссия нормальный вариант для как бы туризма, хороший. Большой авто. Диор на 10, краси, а кассета на 8. Ну, это нормально, у тебя просто одной скорости нету, и все. Вот это поворот за личиком грязной, <связывающий> грязного утенка <связывающий> появляется такая вот чистая-чистая надпись и грязный палец у оператора каретка под квадрат причем здесь огромнейший зазор вот реально, если бы не перегородка сверху то сюда бы вполне можно было бы 29 колесо запихнуть 28 сюда влезает 29 я думаю не влезет, но вот по длине зазор приличный. 27 колесо в эту раму спокойно можно запихнуть. Вот вообще без проблем. Ну, передний переключатель турней. Ну, собственно, по нему видно. Мы его даже не стали чистить, чтобы было более похоже на турней. А хочется отдельно сказать о багажнике. Багажник здесь топик. Туристическая серия, которая не имеет регулировок по высоте. И вот от себя могу сказать, что в целом. Это один из самых надежных багажников, которые я встречал. Причем за счет своей конструктивной особенности он немножечко вот сделан с выступом. И его не требуется разгибать, чтобы установить на перья снаружи, где бы ни находились крепления. В отличие от, например, того же самого Иберы, той же самой Иберы, моей, мне пришлось ее разгибать. Потом я понял, что я сломаю багажник и установил по-другому. То есть вот в этом плане, ну, как бы с опытом и со временем пришел к тому, что вот Топик один из самых надежных багажников, которые можно условно без проблем купить в России, потому что есть еще тубусы, но эти суки стоят как космолет, и как бы купить их довольно проблематично, потому что в России их нет. Либо заказывать титановые. Крыло вкорячено по моей технологии, Собственно, оно приделано, интегрировано в багажник, поэтому крыло будет сниматься вместе с багажником. Хорошая, удобная конструкция. Если вам не нужно, как бы, чтобы у вас постоянно был багажник, вам нужен какой-то определенный поход, как в нашем случае, то очень удобно. Снял багажник, крыло снялось. Нужно там поставить отдельно крыло, имеете съемное... Быстро съемное, да. Алюминиевые педальки такие, в меру сцепки, в меру надежные, вполне себе сам на таких ездил, правда, на промах. Переднее крыло Dashboard. Вот оно прикольное, потому что оно рассчитано на 26-е колеса. И в отличие от СКС, например, Шок который изначально рассчитано на то, чтобы защищать от грязи ой, от камней. Шо, то есть шокблейд, типа, она от ударов должно защищать, от мелких камушков, еще что-то. То дашборд, оно более хорошо защищает еще и от воды, и от грязи. То есть оно все равно летит немножечко мимо, но за счет вот этих вот скосов, получается, что оно защищает чуть лучше. Ну, даже, наверное, порядок, на мой взгляд, лучше. Поэтому, в целом, если у вас стоит выбор, и вы будете покупать СКС то присмотритесь к дашборду, либо к Топику, Дефендеру. Когда я, наконец, смогу его протестировать, я скажу больше. Переключатели здесь одноходовые, да. Вот, да, переключатели Ассера 3 на 8 Звезда, кстати, стоит на... Переключатель на 8. Нет, переключатель стоит на 9 скоростную трансмиссию, но тут реально 8 скоростей. Просто, я так понимаю, ограничительными болтами сделано, чтобы он не переходил на пустоту. Да. Это, в принципе, не проблема, потому что родные монетки, родной переключатель, они нормально вместе состраиваются. Втулочки, естественно, насыпные. Ободочки двойные, а выглядят как одинарные. Видимо, это штерн. А, покрышки, да, точно а, а, Сейчас о покрышках затру Короче, обратите внимание, здесь еще важный момент крепления хендмейт к багажнику Багажника, потому что отверстий под багажнику в версии 2.0 просто нет Вот на перьях снизу есть специальное отверстие для крепления стоек а для крепления вот этих дуг как бы нету. Интересная очень конструкция, но не, не необычная. Это бывает у производителей. Поэтому пришлось вот такую штуку хендмейдить самостоятельно. И вот с помощью вот таких сложных систем. Сейчас пока покажем. Замажем грязью винтик, болтик. Вот. Пришлось... Как... Ладно, это Штерн, он переживет. Вот. Пришлось как бы вот креативить такая вот очень интересная штуковина, но ну, в принципе она надежная и удобная. Я даже себе попросил тоже такую же сделать, потому что она 000. прям, да, прям вот. Да, можете заказать у хозяина, ссылочку дам на него. 2000 рублей такая штука стоит, он говорит. А, да, возможны скидки. С крыши там, например. А, и покрышки. Покрышки это, это просто иди крупно сейчас сними, я покажу вот это самые говенные покрышки, которые я встречал после Новой. И, наверное, иновы даже лучше, потому что здесь она высокообъемная, и вот шипы, прям вот видно, наверное, под моим пальцем, они вот плавают. Они боковых наклонных плоскостей не держат совсем в глине за счет высокого объема. Вот обращаем внимание да, на цепь, мы видим, что как бы здесь смазка идеальная. Здесь просто защищена цепь от любой воды, потому что она, сука, вся в грязи. И за счет высокого объема покрышек был такой момент, когда из-за глины колесо просто отказалось крутиться. Да, обрати внимание, как защищена кассета. Просто идеально. Никакая, никакой мусор в нее уже попасть не может. Просто некуда. Вот. И отказалось крутиться, потому что, во-первых, эти покрышки собирают грязь просто как трактора. Это они уже почищены. В Инстаграме, кстати, есть еще до чистки видео, как это выглядело. И, собственно говоря, просто адски это собирает всю грязь и не держит вообще никаких нагрузок. То есть модель, вес покрышки кило 200, модель Кенда Кинетикс. Никому не рекомендую приобретать эти покрышки. Это просто, просто адская покрышка. Скажи, сколько раз упал хозяин, пока доехал до Я могу сказать, сколько раз он вымыть сколько раз упал еще без нас, не могу сказать, но это было очень громко, мощно и эпично, несколько раз капитально. В общем, падений было много и только из-за покрышек. Я сам на этих покрышках, когда ехал на этом велосипеде, практически навернулся несколько раз, спас тупо опыт и длинные ноги, потому что как бы велосипед чуть маленькой ростовки, проще останавливаться, но, но не держит вообще покрышки. То есть единственный вот вариант, при котором можно на этих покрышках кататься, это сухой твердый грунт. Вот там они будут нормально ездить, ровный, ровный. Вот, вот все, больше не для чего. Поэтому Кенда Кинетикс... Kinetics... Но что я могу сказать о бренде Штерн? Мне нравится он называть Штерном, потому что он штырит прям. Да ничего я не могу сказать. Если бы я мог бы, учитывая, какой, каким якорем был хозяин в поездке, я бы вот сейчас бы вот так бы его поставил бы, отпустил бы тормоз бы и смотрел, как он красиво едет вот туда по склону до реки. А потом бы еще так подтолкнул аккуратненько в речечку, потому что своим накатом он не доедет до реки. Помыться. помыться. Конечно, помыться. А ты о чем подумал? Утопить? Нет, как я могу? Это стоять. Как я могу это сделать? Нет. В общем, на самом деле... А, еще сидушка. Сидушка, судя по звездочке, родная. Мне была она непривычно мягкая. Но не, не, не скажу, что некомфортно. Вполне себе нормально. Правда, долго я на нем не ехал, потому что Ростовочка мне маловато. А на моей было тоже тяжко ехать. Ну да, после Брукса, я думаю, ни одно седло практически не катит. Руль, кстати, еще узкий, но это мелочь. Вот листик для позитива добавлен. Вот, на самом деле, блин, я даже не знаю, что сказать, потому что это кастом, и тут как бы сложно сравнивать с базовыми комплектациями, с тем же Старком. В смысле, а Dior был задний? Так Dior это стандартная комплектация при турнеевском переднем? Не, ребята, не берите шторм. А у тебя тут У тебя же есть отверстие, да? А нет, это грязь Фу. Фу. Да ладно, я сам Не, не такой чистюля